Корисный опыт зносин, новые знакомства и приемные уражения. Выхованцы Барановицкого отделения дённого знаходжения для инвалидов приняли удел у международной школе-семинары у Литве. Своими уражениями от вандруки они поделились с нашими корреспондентами. Уже в минулом незабывный тыдень каля мора, але и до гэту Литва разъяются до смешек и теплых успоминов, а памятный фотоздымок нагадывая счастливые моменты. Выхованцы Барановицкого отделения дённого знаходжения для инвалидов, их батьки и супрацовники провели на березе Балтийского мора 7 дён, насыщенных цікавыми подеями, яркими эмоциями и суместной творчестью. Мы поближе познакомились со своими ребятами и научились работать с ними круглосуточно, потому что тоже есть такая новая форма работы – совместное проживание. Вот мы ощутили вот все тонкости, как нужно на себе правильно работать с ребятами круглые сутки. И вообще общение, насколько они раскрылись, насколько они подружились, насколько был преодолен языковой барьер, уезжали все со слезами на глазах. Поездка дала возможность специалистам центра набыть новые веды, а выхованцам и их батькам бесценный опыт зносин и новые уражения, бо многие из них убачили мора упершиню. Алена Герасимова у проекте удельничала разом с сыном. Мы были в восторге просто до слез. Было это все очень приятно. Организация была очень хорошая. Все продумано до мелочей. Хорошие условия проживания были. Для детей проводились конкурсы, музыкальные были выступления, мы ездили на экскурсии, мы постоянно двигались и общались. Для детей это очень важно, потому что ну, они, в общем-то, находятся в замкнутом пространстве, и для развития это все для них очень было важно. Хочу сказать, благодаря специалистам территориального центра наши дети выглядели очень достойно. Они красиво выступали, были подготовлены. А кроме того, все удельники поширили свой кругогляд и доведались о шмат нового про историю и традиции Литвы. Литовские коллеги упершиню запросили у свой лагерь на березе мора рабят зынейшей краины и выниками вельми задоволены. Супрацовники Барановицкого центра упэўнены, такое пленное супрацовництво обовязково протягнется у самый ближайший час. Теперь литовцы повинны познакомиться с нашей краиной. Ольга Гутовская, Алиса Григорчук, Юрий Цито, областные новины, Барановичи.